Здравствуйте, меня зовут Юлия. Сегодня хочу показать свой небольшой заказик с сайта Пробери. Если вы вдруг не знакомы с этим сайтом, он дает возможность попробовать различные товары. Это и продукты, и бытовая химия, и косметика бесплатно. Единственное, нужно платить за доставку. Если возможна доставка в пункт самовывоза Пробери, то она стоит всего лишь 50 рублей. Курьерская или почтовая доставка стоит дороже. Внизу есть ссылочка, если хотите зарегистрироваться. Ссылка партнерская, она дает дополнительные 2 балла за регистрацию. Для того, чтобы начать заказывать товары на этом сайте, нужно заполнить свой профиль, и вам за это начислят первые баллы. На них можно будет заказать пробники. Дальше уже вы будете оставлять на сайте отзывы на те продукты, которые вам удалось попробовать, зарабатывать новые баллы и таким образом заказывать новые продукты. Единственный минус этого сайта, что в наличии не всегда есть большое количество пробников и приходится ждать, но у вас есть 10 дней на то, чтобы сформировать корзину. Если вдруг вы не смогли набрать хороший заказик, естественно, лучше заказывать на большее количество баллов, делать большие заказы, тогда доставка будет выгоднее. Если не удалось за 10 дней набрать корзину, ее нужно расформировать, то есть удалить из нее все товары и начать ее формировать заново, иначе баллы сгорят, что со мной произошло, поэтому мне оказалось очень маленькое количество баллов, пришлось вот заказать такой минимальный набор. Но баллы, кстати, можно купить за рубли, конечно, не хочется этого делать, поэтому лучше внимательно следить за своей корзиной и вовремя писать отзыв, потому что в течение недели, если напишете отзыв, вам дадут больше баллов. Итак, что же я в этот раз заказала? Для кота вот такие вот подушечки от Whiskas, лакомство Duo Treats. Есть разные вкусы. Мне достался с курицей и сыром. У меня в семье есть кот, поэтому я думаю, он будет доволен, попробует. Мы Whiskas ему периодически покупаем. Также мы покупаем ему и вот такой корм от Whiskas. Здесь у меня 2 вот таких пакетика. Рагу с курицей и говядина с ягненком. Также рагу. Вот такие пакетики на одно кормление тоже уйдут коту. И остался у нас чай. Он есть в наличии на сайте, поэтому без каких-либо проблем можно его заказать, попробовать, если хочется. В прошлый раз заказывала зеленый чай, в этот раз черный чай с различными ароматами. Я чай Липтон сама не очень люблю, хотя его очень много раз пробовала, и вот в таких пакетиках, и в пирамидках, и обычный рассыпной чай. На мой вкус он весь довольно-таки химический, и ароматы химические, и заваривается он, такое ощущение, что просто в водопроводной воде, в горячей. Я предпочитаю такие более натуральные чаи. Если чай ароматизированный, я предпочитаю чаи с натуральными ароматизаторами, но я думаю, что кому-нибудь я раздам это все. Первый вариант чая Куба Резорт, фруктовый чай с ароматом тропических фруктов. Я его попробовала. Ну, в общем, пахнет, наверное, таким каким-то ананасом и цитрусами. Ну, сама не буду его пить. Кому-нибудь раздам. Может быть, кому-то понравится больше, чем мне. Следующий вариант это обычный черный чай без каких-либо ароматизаторов, сердце Цейлона называется. Ну, в общем-то, тоже я его кому-нибудь презентую. И третий вариант, я заказала черный чай Earl Grey,
с ароматом бергамота. Ну, в общем-то, тоже я его кому-нибудь раздам. Здесь индивидуальные пакетики, в каждой коробочке по 25 штук. И, ну, вот, соответственно, по-моему, все они доступны на сайте. Там, по-моему, даже еще какие-то варианты вот этих чаев есть. Еще раз напомню, что внизу есть ссылочка, если вдруг захотите зарегистрироваться. Все довольно-таки просто. На этом мое небольшое видео заканчивается. Как всегда, благодарю всех за внимание. Всего доброго, до свидания.